Всем привет, меня зовут Дарья. Сегодня у меня на приеме Тимур. И мы будем делать расслабляющий массаж спины и головы. Также мы попаримся в кедровой бочке и постараемся по максимуму расслабиться. Так, Тимур, скажи, напомни, аллергии есть на что-нибудь? Mm. Я буду делать тебе массаж с тайским бальзамом натуральным. Сейчас мы расслабим грудную клетку, диафрагму. Глубокий вдох, выдох. И просто дышим. Жует, пошла уже. Кушал? Напился. Ты кушал сегодня? Ну, завтрак. Надо бульканье снять прям. Тут не болезненно? Ну, так чувствительно. А что там? Солнечное сплетение. Здесь у нас частично 12-перстная кишка. Может быть, кривизна желудка. Ну, у всех по-разному. А так вообще в этом месте происходит пересечение очень многих нервных окончаний, поэтому называется солнечное сплетение, как паутина такая. Ну, там должно чувствительно быть, на самом деле. Во время стрессов это место очень сильно напрягается вместе с диафрагмой, желчными протоками. Сейчас как тут? Ну, нормально. Ну,
Еще раз глубокий вдох. Выдох. И просто дышим. Это тайский бальзам на травах. У Тимура аллергии нет на растительные компоненты, поэтому мы его используем. Запаха нет. Запаха нет, ничего. Потому что ты не с лицом лежишь. У нас уже началась ингаляция. Чувствуешь? Опять здесь лимфоузел воспалён. Он за четко, когда краснуха переболела, поэтому остаться решил, короче. Крем прям охлаждает. Да. Как звёздочка. Там в составе есть эвкалипт. Ну, хорошо убирает отечность. Ну, еще травки, которые используются при защемлении. Или снятие воспалительного процесса.
больно или нет? Нет.
такой успокаивающий крем какой-то. Что-то я там вообще врубаюсь как будто. Неужели Тимур врубается? Это ж хорошо. Сейчас мы бочку прогреем. Сейчас посвящается хейтерам. Уважаемых хейтеров. Сделайте глубокий вдох. Медленно положите руку на клавиатуру. И можно писать. Этот инструмент называется даосский веник. Он расслабляет ткани, хорошо разгоняет лимфатическую систему, ну, то есть убирает отёки. По позвоночнику мы не бьём, естественно. Это приятная процедура. Тимур, приятно? Да. Пока дреется бочка, меня нужно парить. Приятно. Наоборот.
веники очень классно работают в бане. Они устраняют целлюлит, выравнивают кожу, подтягивают, особенно распаренное тело. Вот. По сравнению с бамбуковыми вениками, эти работают очень глубоко. Бамбуковые работают поверхностно. Бочка почти готова. Сейчас мы попаримся с эфирными маслами. Тимур, сейчас мы медленно встаем, попьем водички и садимся в бочку. Упаковочка. Все, релакс. Да. Сейчас сидим в бочке и продолжим. Это чтобы добить нервную систему. Так, сейчас буду выходить из бочки. Накрыть глаза. Да, сейчас нас ждет еще одна процедура какая-то. Посмотрим. Я открываю бочку. Угу. Продолжим. Сейчас мы прокачаемся на вакуумном аппарате. Не печет? Нет.
подбородок под себя. Угу. За счет того, что образуется вакуум, который спускает, надувает, мы прокачиваем кровь, лимфу, расслабляем фасциальные цепи, мышцы, ткани. После банок остаются пятна в местах застоя, в проблемных местах. В здоровом месте экстравазата не останется. Нормально? Да, но больше не надо. Ну и по цвету можно понять, где застоя больше. Вот цвет кожных покровов под банками. Тут застоя больше. На голове по ощущениям. Если станет неприятно, говорю. Отпускает? Ну да, и ну так привыкаешь просто. Для головы это полезно, ну если нет противопоказаний, тем, что у нас может быть фиброз на голове, слипание ткани, то есть не во всех местах у нас кожа чаще всего двигается. И мы расслабляем сухожильный член, устраняем стайки, фиброз. Они образуются ряд факторов: травмы, переохлаждение, перегрев. Ставим также на жевательную мышцу. Завтра может быть в мышцах ощущение, как будто ты в спортзале хорошенько потренировался. Это нормально, потому что мы растягиваем мышцы, которые были спазмы. Готов? Да. Самый кайф. Горит, конечно, горит. Ну так. Тепло такое. Ну, кровообращение. Пошло. Ты сегодня спать хорошо будешь. Thank you.
ресничка. Не больно? Нет. В ближайшую неделю делай контрастный душ. Ты немножко полежишь, и можно вставать и воды попить. А палка? Тут хорошо. Больно, нет? Нет, здесь мне никогда не больно. Так, завершающий этап у нас. Сделаем, так как мы прокачали голову, нужно сделать венозный и лимфатический отток от головы. Это важно.
Опусти руки. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Расслабься. Все, готово. Все, я выжат, как лимон, этим аппаратом, бочкой, всем вообще. Просто можно прямо здесь лечь сейчас. В общем, было интересно, как всегда. Спасибо. В общем, вам слово. Спасибо, рада вас видеть снова. Хейтеры, просто жду, я просто жду, что вы будете писать. Пишите.